Наш урок сегодня будет посвящен сетям и облачным технологиям. Мы разберемся, что это такое. Заинтересовать школьников – целая наука. Но серия необычных уроков программирования и обучения цифровым навыкам – спасательный круг для преподавателей. Урок цифры – это крутой проект по программированию для школьников. Хотя на сегодняшний день навыки цифровые нужны каждому. Все логично. Партнеры проекта – крупнейшие IT-компании. Ведущие специалисты предлагают лучшие вакансии для профессионалов будущего. Преподаватели информатики тоже начинают прокачивать навыки школьников на уроке цифры, разумеется. Вот так просто. Если открыть эту вкладку, тут указано, сколько шагов можно сделать, повернуться ему куда. И вот так управлять роботом. То, что свою жизнь свяжет с техникой, Тимур решил еще в 9 классе, когда на уроке информатики первый раз столкнулся с основами программирования. До сих пор этот предмет не прогулял ни разу. На обычном уроке мы просто программируем, там все однообразно, а на этом уроке мы знакомимся с новыми профессиями, с IT-технологиями и узнаем много нового про, в принципе, IT-технологии. Учебные материалы каждого урока разработаны ведущими российскими IT-компаниями и помогают школьникам не только узнать новое о мире информационных технологий, но и сориентироваться в перспективных профессиях будущего. Мы пытаемся показать детям, что можно являться не только пользователем той или иной программы, которую они запустили у себя на компьютере, но можно и создавать эти игрушки, а создаются игры или создаются программное обеспечение с помощью программирования. То есть это детей мотивирует к изучению информатики и к изучению программирования. В 2019-2020 учебном году акция охватила более половины российских школьников, которые обучаются в 20 тысячах школ со всех регионов нашей страны. На сайте проекта пройдено более 14 миллионов игровых обучающих сессий. Антонина Шитова, Влад Можик. Утро нового дня.